надо. Проехал, вот такая дорожка, маленько подмерзла. Ехать можно, даже вот на гранте еду. Нормально. Снежок выпал. Грязь маленько замерзла. Назад не знаю, как буду ехать. Оттает, может. Поехал маленько отдохнуть на дачу, порядки навести, печки потопить. Вот такая красота. Ну, ждем щебенку сюда, что я могу сказать. Нужна нам здесь дорога. Это вот заливины там. Вот такая дорожка у нас на родину, фронтовая по жизни. Поэтому все деревни поразъехались. А мы будем стараться восстанавливать. В Сергеевке нужно производство организовать. Разговаривал я с павловским председателем. Надо переработку молока, мяса, зерна. Тогда молодежь поедет в село. И будет оставаться молодежь, которая там родилась, сейчас подрастает. Здесь маленько щебенка посыпали, вот поворот хорошо. О, а даже снег выпал. Печки я затопил. Сначала картоном, потом берестой, потом уже дрова тоненькие. Ромка, снег. Что интересно, в огороде трава растет. Зеленая. Уже почти ноябрь. Вон наш прекрасный лес. О! Володя петух орет. Командир. Вот такая тишина в деревне, классно. Такая на деревенская жизнь. Вот наколол такую штуку и домой ношу. Деревня хорошо. Жарко от работы. Пока воды принес. Такая красота. О, русская печка у меня уже топится. Чудо много готовлю. Крышку еще придумал. Хорошо подходит. Мяско, там продукты привез. У меня табуретка. Помните, да? Люди добрые подарили. С Курганки, по-моему. Омская область. Так, сейчас я буду печку стоплять. Перестат у меня.
Так. Такую тоненькую хорошую. Сюда. Вот маленько газом прожигал печку. Не топилась она с самой весны. Чтобы туда тепло пошло маленько. И там тоже лучше, меньше дымит. Такой эксперимент сегодня придумал. О, смотрите, как солнышко падает. Красота. Будем поджигать. Вот такой способ придумал, чтобы вам показать звук спички. Многие уже давно не помнят его. Сегодня в городах. С первой спички надо разжигать. О, похоже, свет дали. Часто стали Сергеевка свет отключать. Люди жалуются. Сейчас ходил я к соседям Зиминым. Так, это открываем. Это закрываем. Порядок должен быть. Спички на приступку, да? Знаете, помните? О, чайник воды налил. Кстати, пришлось Зимина взять. Вот. Надо полоснуть, получается. Ага, вон свет загорелся. Ой, еще от мух надо штуку убрать эту. Помните, да, у меня такая печка здесь. Всю мы новую сложили. Вот. Тут сушится обувь. Тут у меня матрасик ложится. О, муха-цикатуха. Позолоченное брюхо. Тут горит печка уже. Вон как дым уходит, смотрите. Дымоход. Он запыхался, но все, печка гудит, смотрите, как солнце падает. Покажу, через подбывало, как топится. В доме холодно, давно не топился. О, скоро чайник зашумит. Маленько можно посидеть на диване. Уже часа полтора-два здесь, наверное, я еще не присел путем ни разу. Пока все хозяйские дела сделал. Вот такая обстановка на даче. Приходите в гости, покачайтесь. Ко мне заходит то Вдович Андрюха, то Серега Кагородов, то Зимин Валера, то Серега Киселев, то Света Зимина. Вот, родственники и друзья. Сюда принес. Тут буду сейчас картошку чистить, лук. Вот уже мясо нарезал. Посолил. Чугунок отмыл хорошо. Внутри, не знаю, наверное, 4 раза. Вот. Посолил уже его. Капусту так мелко нарезал. Короче, буду все класть вместе. Где-то я видел в каком-то фильме. Все вместе кладут. И в печке в русской будет там вариться. О. Теперь будем картошку чистить. Тоже сергеевская. Чесночок. Это чесночок. Короче, процесс пошел. Это будет у меня мусорный пакет. Красота. Моем картошечку. Хорошенько отмою, нарежу. Маленько перемешал. Пускай пока все. Вот лук еще порезал. Чеснока вот две головки еще добавил. Пока мясо маленько тут размораживается. Уже отошло. Картошку что-то я решил так прям крупно нарезать. О. Одной рукой не очень удобно, вам показывать же надо все и выгружать. Поехали, с Богом! Так, вот еще получается уже красивше. Сейчас смотрите, что за фигачи еще. У меня такой есть борщ, Юля делала, 20-й год. С погреба достал. Вот такой она покупает пикант, вот это вкусная аджика. Остатки холодильника у нее стырил. Капуста такой квашеная. Зафигачу. И еще у меня что есть, хрен. Вот маленько хрена. Хренодер, точнее.
пойдет. Это наша мужская фантазия. Ну и давайте еще, вот у нас иконка есть старинная у меня. Помолимся за то, чтобы наша пища была святой и целебной, полезной. С Иисусом, с маленьким. А тут у меня еще крымский, вот, у меня совенок. Вот, кто не видел. А это судак. Как раз здесь крепость. Меня здесь как раз вот написал, подарил. Не подарил, я купил у него эти картины. И мне написал здесь татарин. Вот у него автограф. Город Судак. Вот, Рустем. Генуэзская крепость. Автор Джамилов Рустем. На память. Это такое все классно, природное, ну, точнее, ручная работа. Это у меня, по-моему, здесь вот уже с Индии или с Китая такая штука. Вот ее поджигаешь, лаванду. Такие вытаскиваешь здесь штучки, и она горит, освежает такой воздух. А это я такие шишки не нахожу красивые, складываю. Что там у нас в печке? О, чайник уже закипел, смотрите, ребята. Так, убираем его на край. Что там у меня дальше? О, моя дача, мои правила. Прикалываюсь. Вот такой вид на родину у меня тут. Улица родная, центр Сергеевки. Вот тут уже все прогорело. Кочерышка. Короче, уже можно чугунок ставить. Все у меня по плану, короче, ребята. Куда-нибудь сюда поставлю. И крышка закрою. Доме еще прохладненько, маленький подзамерзся, но печки скоро согреют. Так, ну что, крышки открыл, чтобы вам показать. Поехали. Больше понюхал, этот нормально пахнет. Сразу на мойку. Так, что это? Оп. Капустка. Вот она. О. И этого хренадер еще. Немножко. Руки чистые у меня. Все мешаю. О, уже 30% примерно чугунка. Сейчас будем заливать водой кипяченой и в печку. Ого. Горячий. Ну, с Богом. Чтобы быстрее варилось и кипело. Прям с чайника. Крышка. Так, вот там крышка у нас. Ложка тут у меня крутая есть, алюминиевая. А у меня вилки алюминиевые. Ложка у меня просто такая вот, старинная тоже. Вот такая еще лучше. Вот. Вообще советская, похоже. Что тут у нас получилось? Угу. Так, воды еще добавить. Так. Сейчас покажу. Прохладно в тапочках. Я как-то получилось. Надо за водой идти. Вода уже кончается. На колонку.
О, теперь нормально, я думаю, будет. Самый раз. О. Так. Попробуем сразу на соль немножко. Чуть-чуть. Потому что больше открывать нельзя. Давайте посолим для интереса еще. У меня соль, кстати, такая только советская. Вот. Не люблю всякую морскую, туда-сюда. Только все родное, деревенское. О. О, пойдет. Соль можно здесь держать, чтобы сохла. Так, ну что, закрываем. Поехали. Не так просто. Маленько давайте то. Так, сначала. А мы, в принципе, закроем крышку и потом. Где у нас тут угли? Вон у нас там угли. Зафигачил. Так, крышку теперь. Непростая задача. Это вам не микроволновки. Что тут печь? О! Все, с Божьей помощью, сейчас четко закрылось. Подгребем. Ну что, закрываем. Все. Ну, с Богом, что получилось вкусно. Есть охота, я уже полдня не ел. Так вот, кое-что капусту перекушу, то все, сейчас бардак это уберу. Красота. Все, печка шевелится. Занавеска готовится. Все. Печка еще здесь тепло, здесь прохладно еще. Будем топить ее. Сезон начался зимы. Ну что, за водой на колоночку сходил. О, Сергей скородная. Чайник залил. Чайник уже скипел. Заварки тут насыпал. Так, вот так, помните, как делали? Эх, рукав. Чтобы не шпарить. Хотя рукавица есть специальная, но... Как в детстве. Давно такого не делал. Блин, воспоминания такие, капец. Маленько задел, чтобы кружка не лопнула. Люблю такую заварку свежую прям. Не пакетики. Пакетики это говно. О. Говорят, в пакетиках остатки просто. Виноградика помыл, маленько консерву перекусил, вот с капусты, как я вам говорил, есть охота. У меня хлебушка такой вот, вафельки, штофки купил, такие взял еще с Ажгатой поджаренные. Ну, сейчас чай заварится, попью, но там уже минут 30 сидит у меня уже. Красота это. О, вон он, ох, это горячий-горячий, не взяться. Дверочка. Сейчас вот эту печку буду растоплять. Вот еще дров принес. Сюда принес, наложил. Так, короче, сейчас заваривается. Ребята, я-то под газом разогреваю, чтобы туда подача пошла без дыма. Тут трубу открыл, тут закрыл. И, ребята, запах пошел. Открываешь. Капуста, мясо, короче, картошки. Пошел запах. Так, все, начало, все потихоньку кипит. Вот вам лайфхак такой. Можно туда засунуть прям. Там же дров налаживали. Листы. Просто прогреть теплом, чтобы в трубу прошел через все эти колодцы. И в трубу прошел теплый воздух, чтобы не дымила печка. Газ-то он не дымит. Поэтому сейчас прожигаем огнем. Можно вот так поближе сделать. Ребята, сейчас у вас слюнки потекут, короче. Начал я пить чай. Ну что, вот такие подипряники давно уж не ели, да? Из детства. Просто так берем. Оттуда тепло пошло с печки, стой. Я тоже растоплю сейчас. Там варится.
спина отваливается, отдел. Представляете, как работают фермеры и их работники, ребята? Это вообще жесть. Мы уже отвыкли от этой работы деревенской. У меня спина с детства болит. Покосы, дрова. Вот мой трактор. Сколько на нем и сена. Перегреб, перетаскал копин. Мотор. Телега. Вот. Так что труда хватало. У нас было тоже две коровы. Обычно три телки и теленок там был, например. И, короче, это свиньи, куры, гуси. Всего было полным-полно. Вон там, короче, топится она. Вон, видите? О, трещит. Ну, кстати, вообще, видите, не дымит. Вообще, газ, мне понравилась тема газа. Это круто. Там у меня чайник, он взрывается, шумит. На краю стоит все равно, видите. О, какой жар от печки. Сейчас завалюсь, полежу, потом прогуляюсь. Погода класс. Такой вид у меня. Просто бомба. Солнышко родное. Русская, наша, сибирская. Так, вон там моя дача вдалеке, а я приехал сюда, на второй наш участок. Машину припарковал. Вот мой второй участок. Тут козлы хорошо, хоть траву эту едят, не так растет, а вон там больше зарастает. Мы тут пахали, маленько сеяли. Горчица, клевер, ну что-то ничего не зашло, наверное, козлы все посеяли. Ну ладно. Пойдем прогуляемся. Я тут участок не загораживал, поэтому потом видно будет. Вот дядя Петя здесь такой порядок всегда. Вот травку косит, здесь он живет. Тетя Надя с внуками. Я в таких галошах теплых. Пробираюсь. Люблю это место. Раньше с Алешкой в Сафоньке здесь играли. Это деда его усадьба. Афонькин, ветеран войны. Никулка называли еще его всегда. Гляньте, какая красота. Сейчас так сфотаю. Нравится здесь гулять. Вот наша речка. Сейчас она пересохла. Весной опять будет. Здесь можно рыбачить. Клюют чебаки. Пескарики, карасики. Вот. Наши деревья детства. О, какая красота. Нравится мне место, это спускаться возле забора. Здесь деревья. Здесь прогуляться. Вот пойма речки. Я счастливый, мой дача. На родине это, где вырос. И детство прошло, где садик, где школа, это просто классно. И папа, и мама. Вот она, полотистая лесная эта трава. А сока такая, типа. Вот дядя Колин забор. Тут хорошо погулять. Вот они, талинки. Плодится дядя долбает. Мох, гляньте. Мох понюхал вместе с вами. Он такой мягкий. Такой хороший. Такой родной. Лучше всякой подушки Аскона. Дерьмо американское, китайское. О, смотрите, ММДМСы. Здесь речка течет классно, мы здесь рыбачим. Раньше рыбачили с Лёшкой Сафонькиным. Гляньте, какая красота.
лес наш родной. Тут мы вот рыли печки, тут рыли печки, топили их, как сегодня печку топлю на даче. Прям по речке иду. И снежок. Оп. Мне нравится и лето, и зима, и октябрь обожаю. А вон солнышко уже к закату, вечером здорово прогуляться. А у меня тут не доварится, пахнет на всю дачу. Ой. Вон Афонькина собака. Айда ко мне, айда. Айда, пошли со мной гулять. Сейчас так и будет за мной идти. Хочу здесь прогуляться по этому лесу. Вдоль речки. Тут мы с Лехой раньше собирали опята, бабки. Со школы придем, махом наберем. Штук там по 10, по 12. О, классно. Вот следы все истоптаны. Животные здесь. Домашние, коровы, овечки. А вот муравьи. Муравьи уже готовятся спать. А уже конкретно спят. Муравейник наш. Раньше ели здесь. С него с веточек кислоту муравьиную, вкуснятину, полезную. Вот здесь мы печки раньше копали. Вот это овраг. Он не меняется, это овраг. Как был 30 лет назад, 40, так и остался. Вот. Чуть поменьше стал. Ну просто выкопали эти свиньи, видите, все подняли. Свинота, траву, все, крышки ищут. Там озеро Батракова. Вон коробки. Полеживает, кайфует. Маня. Вон та смотрит. Что, на озеро сходим? Хочу на Батракова сходить сегодня. Запланировал. Штаны теплые. Юля купила. Куртка такая, вот, с плюсом. Так что мне тепло, когда бывает жарко. А помните, как палки кидали? У-у-у. И вот так вот, смотрите. Оп. Она вот туда улетела. Оп. О. Вот он, березка. Что, пойдем на батрак? Ну что, перерыли все, свинота. Ну, мягко все, но выравнивается все равно за зиму, за весну. Вообще, конечно, я бы здесь дороги сделал. Велосипеды, пешеходные. Развивал бы здесь фермерство. Вот. Ну, дай бог, все это будет. Мы-то уже нет, мы уже в возрасте. А вот молодежь, мы будем их призывать, учить, помогать. Это все равно, ребята, будет. Я все равно этого буду добиваться. Как могу. Ну, один фермер у нас, Серега Киселев, уже есть, наш. У него ребята есть, помощники. Дай бог, все получится. Вот он, батрак, озеро. Я пошел гулять. Оно вот так идет, озеро. Вон там, вот оно, озеро. Вот там большая вода, видите? Вот там вода. А это лес наш. Но добрался до озера. Красота. Лед. Тонкий. А помните такие колючки? Вон все штаны. Вот они. Хотел их отцеплять. Ну потом. На озеро Батракова. Мне-то эхо слышно, вам, наверное, нет. Первый звук заглушает, потом остальные, которые идут уже от эха. Пойдем вокруг. Тропы здесь такие. К
коровы, наверное, натоптали, свиньи или овечки. Там дальше будет тара, там пески мостозаводские тары. А вот здесь можно пройти как раз. Животные не умные, вот видите, тропа. Вон гриб. Гляньте какой. Чудо природы. Прикольно. Он уже, видишь, весь высыпался там, пустой. Споры разлетелись. О. Его тоже можно было в музей дачи взять. Вот. Вот я оттуда пришел. Так вот уже обошел. Вот эти, смотрите. Помните звук? Опс, лед. Вот и все. Льдинка, гляньте как. Фотою. Оп. Ах, кайф. Звук льда трескивающего гуся. О, тут колючек. Вся красота. Колючек нацеплял сколько? Уже сидел на дереве, сейчас отцеплял. Сейчас забрался на бугор. Вон куда. А там корова ходит и быки. Лед ломает и воду пьют. Гремят, слышно прям. Там озеро красивейшее. Это зады. У нас дома. Такой штатив будет у меня. О. Там живут народ мало-мало. Забор новый. Сено. Молодцы. А тут полный развал. Большинству деревням России капец. Сергеевка одна из первых. Потому что она была богатый колхоз, было что отсюда тянуть и разваливать в свой карман. Вот до сюда дошел уже, вон на машину маленько осталось. Короче, круг я дал конкретный. И вот пришел уже полынь, смотрите, полынь. Так ее берешь. И на фоне озера буду нюхать. Она, кстати, полезна. И для дыхания. И надо ее хранить иногда дома. Она, по-моему, какие-то там убивает микробы, бактерии. Ну, короче, в интернете почитайте. Интернет у нас умный, все знает. Семена. Оба! Вот такой вид был из окна у меня. Вот за этим домом обычно ехали баба с дедой на ГАЗ-69, приезжали в гости с Муромцева. Вот, а мы ждали их в воскресенье, в субботу, в воскресенье. Редко приезжали, там раз в 3 месяца.
Сейчас покажу вам, гляньте, какой себе дом построил сегодня. Это мой огород. Там у нас была кухня, здесь комнатка. Всего две комнатки жили. Вот в машине у меня была табуретка такая. Придумал. Как раз буду сейчас выдирать эти колючки. Уже я много повыдирал, пока там сидел на дереве. Нашем дереве с детства. Такое наклоненное дерево. Я прямо на нем сидел и лежал. Береза. Вот обдираю. На носки сколько налипло. Маленькую можно отодрать их. Жалко, что они вот остаются мелкие. Видите, остаются. Не знаю, что дальше будет. Они колются туда-туда еще. Некоторые подлинчики, которые... Попробую постирать их, посушить, как оно будет. Ну, в общем, вот так. Штаны, можно сказать, испортил. Давно уже не был на этих лугах и полях. Забыл уже про эти колючки. Они, наверное, хуже верблюжьих колючек. Вот. Теперь сейчас кидаю здесь, они теперь будут здесь расти еще. Ну что, мы их протравим. Горчицу посадим. Или овес. И все. Оно все протравится. Вот Стас ко мне пришел. Стас, передай всем привет. Привет. Скажи всем здоровья. Здоровья вам всем. Ну, чтобы такое было здоровье, как у Стаса. Видите, какие щеки у него розовые на улице. Стас, ты где живешь? Покажи. Я вон там. Вот здесь. В этом домике, да? Угу. А в том доме никто у вас не живет, у деда? Вон там? Ну? Никто. Там вещи такие, которые мне маленькие. А, вещи хранятся, как склад, да, у вас? Ну. Тот дом, как этот. Чем занимаешься, расскажи. Ничем. В школу ходишь? Да. А-а-а. Мы с дедом сейчас вон туда ходили. А, я слыхал. На протоколы возле. Вот, я тоже там ходил. А что делали? Мы? Ну? Гуляли, уток смотрели. А, уток смотрели. Не рыбачили? Мы туда с ароматы находили. Ну. Рыбачите? Рыбачим. А дрова вот эти вы складывали, да? Мы. Вы, да? Ты помогал? Молодец. Вон сколько дров наложили. Как всегда они тут. 50 метров дров. Вон сколько. Да, у нас тут все время так много. Ну. Стас, скажи, Россия, вперед. Скажи. Россия вперед. Молодец. Ты любишь Россию? Вот мы идем со Стасом на озеро. О! Самое красивое озеро в мире, да? Стас. Угу. Стас, давай заори, будет эхо. Ну-ка давай громко. А? Ори громко. Эхо будет. Нет. Давай так. Ха-ха-ха! У меня на горло. Высохло. Давай теперь ты ори. Не хочу. Попробуй, как можешь. Давай. Раз, два, три. Давай, поехали. Я. О, слышал там эхо? Да. Мне тут, а вот что-то. Там, да. А мне там показалось. Да, там. Ага. Ну, давай еще раз туда. Я. Ну, как мужик так. Давай. О. Будет эхо. Меня будет Стас снимать, я уже нажал. Лежит. Так. Вот так примерно. Ага. Можно двумя руками лежать. Я буду отжиматься. Фу, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Та пальцем не закрыл? Нет. Девять, десять, одиннадцать. Маленько закрывал. Раз, два, три. И приседания. Раз, два, три, четыре, пять. Здорово. Ну-ка, давай теперь ты отожмись. Теперь Стас. Давай, хоть сколько, давай. Поехали. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь приседания три. Сколько? Три. Три. Раз, два, три,
Все. Огонь! Ребята, вот он наш чугунок. Вот он, готов. Пора доставать. Так, ну вот я нашел эту кочергу, это как называется, забываешь, да. Ухват. Я такой нашел, короче. Ухват пока надо сделать, палку нашел. В следующий раз попробуем как-то доставать кочергой. Вот там даже еще угли. О, запах какой. Ребята. Так. О. Так. Рубля 70 копеек. Советский стоит. Кульминация. Так, открываем. Где наша ухватка? Раз, два, три. О, он еще кипит там, ничего себе, представляете, сколько там жара. Ну-ка, сейчас запах. Это капец, это у бабушки. А, у меня полно родственников. Я вернулся 35 лет назад. Гляньте, ребята. Красота. Вот эта печка мощная. Там уже почти углей нет, он уже кипит часа три, наверное. Сейчас будем пробовать. Так, что, ребятки, вы там еще не захлебнулись слюной? Запах просто, блин. Я сегодня вернулся в детство. Это когда полынь понюхал, когда этот суп понюхал. Что-то я еще сегодня нюхал такое. Я, по-моему, уже вам показывал. Так. Просто кипяток. А чай какой вкусный пил сегодня. Это просто космос. Вот он у меня уже высох. Вот. Такой полотенчик снова достал. Ауч. Так, это пока все в сторону. Будем пробовать суп. Ну что, ребятки, пробуем. Я люблю хлеб. Сначала жидочку. Возвращение минус 30 лет. Капец. Капусточку пробую. Капусточка. Картошечку. Капец горячая. Уже тарелка постояла несколько минут, все равно горячая. Он так прогрелся. Теперь мяско. Я думаю, что оно разварилось. Оно просто растаяло во рту. Ребят, вы еще не в деревне. Быстренько бросайте город, переезжайте. Блин, это просто идеальнейший, ребята. Реально. Вообще, честно, очень вкусно, блин. Видите, у меня какая тарелка еще советская. Или бабушкина, или мамина. Печка там у меня топится, гляньте. По такие звуки я кушаю. Нагулялись со Стасом по озеру. Класс. Ну все, давайте, я кушаю. Всем приятного аппетита. Привет из Сергеевки. Сибирь, Россия. Вперед. Вот такая у нас дача. Все по нашим традициям, мощным, исконно русским, русская печь.
на щуку. Детство здесь ловил. Помню, коленки тряслись, когда вытащил такую вот, сантиметров 45. Короче, вот так, ну, блесню. Спиннинги не очень люблю. Сергеевки на родине рыбачить. Это супер. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Теперь пойдем туда дальше. Всем отличного дня. Такая тара. Обалденно просто. На деревья. Вон машина у меня стоит. Тут забор для быков, коров. Там бакейка. Так, вот, попалась. Красота. Сырогаечка, хорошая, но пойдет. Всем привет. Ну, какая классная. Хожу на танцы, езжу на мопеде, по вечерам с девчонкой милой, целуясь, все же думая о вечном. По вечерам с девчонкой милой, целуясь, все же думая о вечном. Эх, да мне бы трактор да соляру, или лошади добрую гнедую, свежим утром в подарок у мама, на землюшку пахал бы я родную. Свежим утром с подарком мама, землюшку пахал бы я родную. И домой вернувшийся с работы, пил бы вдоволь молоко парное, разломив рука краюху хлеба, ноги растянувши на скамейке. Разломив рука краюху хлеба, ноги растянувши на скамейке. А в субботу затопивши баню, наблюдал бы, как трещат поленья, веничком березовым душистым я плечу свою больную душу.
душистым я влечу свою больную душу. Усевшись на крылечке, затянувшись крепким самосадом, взглядом бы окинул всю окрестность, красоту родимого простора. Взглядом бы окинул всю окрестность, красоту родимого простора. И когда уже напившись чаю, от души настоянным на травах, а можно будет и затеять песню по то, что тихо льется по округе. А можно будет и затеять песню, а то, что тихо льется по груди. Это вам не на Алтае кататься, на китайской фигне. Что, здесь проедем? О, свет! О, лед ломает! Дарит эмоции! Так, по воде опять сейчас попрем. О, зверь, машина. У нас тут квадротрасса. Тут у нас пальмы растут. Акации. А, зверь. Движок, короче, оставлю. Достал. Вон там. Ворота вот. На горочку. Какая гора, поднялись. Забор в окна построил. Будем дорогу делать. А то свиньи все поизрыли. Просто завод раньше был. О! Четвертое. Третье. Сигнала нет, надо поставить тут прикольный, как у гаишников. Вот, четвертое. О, прет. Мотор почти новый. О, с дрифтом. Кайф.
Спасибо, Слав, прокатил хорошо. О, аппарат. О, какой аппарат. Дарит эмоции. О, какие мосты, так мосты. Не то, что CF-мото китайского. Карданы.